Всем привет! Сегодня 16 июля. И вот такая у нас красота. Расцветают цветочки. Поспевает наш хмель. И вот такая облачная погода. Золотой шар скоро расцветет. Вот так у меня цветут хосты, лилии, ромашки. Уже отцветают. Вот розы. Это, по-моему, почвопокровная такая розочка. Вот. Здесь это ангел. Какой-то, да. А, крылья ангела. Это розочка. Это такая же. Вот. И я иду вот к этой лилии. Вот такая вот она красивая. Уже некоторые цветочки отцветают. Вот такая вот красавица. Прям вот не передать словами. Красивая, очень красивая. Вот, начинают цвести флоксы. Вот, я, значит, разделила один куст на несколько частей. И вот так вот он у меня начинает цвести. Гейхеру надо отсюда вот пересаживать, потому что она в тени. И здесь у меня еще вот такой вот цветочек. Его тоже надо пересадить. И вот здесь у меня хоста тоже начинает цвести. Мы оттуда выкорчевали корень смородины. И все равно эта вот смородина пошла. Я хочу ее всю повыдернуть. И сегодня я, значит, хочу собрать красную смородину. Вот столько красной смородины. Вот, вот сейчас я цыплят соберу, когда домой отнесу их. Я буду собирать. Вот здесь вот у меня кусты. Вот. Вот только с красной смородины. Вот такой кустик. Но у меня здесь вот крапива. Я сейчас немножко вот здесь вот повыдергала, чтобы она мне не мешала. Вот, в общем, довела я до такой степени, что она у меня зацвела. Но это не страшно. Если она даст семена, будет молодая крапива, я ее в эти, в короба брошу. Поэтому я как-то не очень-то. Вот такие у меня огурчики. Вот, растут. Вот. И сегодня я, значит, выпустила своих цыплят. Цыплюшечки, которые у меня первый выводок 10 штук. Один погиб. Вот. А эти вот маленькие, наверное, придется их заносить домой. Потому что вон они некоторые уже стоят, замерзли. И вон спит один, сидит. Земля все-таки прохладная, холодная. Ну, вот так вот они у меня ковыряются. Водичку вон перевернули. Надо что-то им другое поставить будет в следующий раз. Вот. Ну, вот такая облачная погода. Когда солнышко вот заходит, заходит за тучки, становится прохладно. Сейчас вот оно выйдет, и прям вот жарко. Можно сказать, очень жарко. Я вот себе помыла яблочки. Сидела, вот спасла их. Потому что я все-таки боюсь, здесь у нас, по-моему, лазят крысы. Как бы они не перетаскали. Я вот сижу на этом, на своем импровизированном стульчике. Бима, как всегда, лает. Я хочу пройти. Вот столько травы я накидала своим курочкам. Вот козе тут выкинула ненужное. Вот. У козы уже вон пузо полное. Ямочки нету. Вот. В общем, я хочу поднять вот так вот мусором, травой землю, чтобы повыше было. Вот. Ну и вот так вот у меня огурчики растут. Мы уже здесь собирали. Я покушать, когда позавчера, по-моему, собирала. Да, я позавчера вечером собирала. Вот, вот так вот огурчики растут. Вот. Маленькие, большенькие. Вот так они у меня свисают. Ну, скоро будем, наверное, кушать огурчики. И я, наверное, все-таки закрою на зиму.
Вот, ну посмотрим. Вот. Ну, всего одна грядка, та вторая грядка не удалась. А вот. Ну вот они еще маленькие. Я вот собрала один раз. Мы вот кушаем дома, холодильник положила. Вот так вот растут у меня огурчики. Ну посмотрим. Вот так свисают, я их не подвязываю. Вот так они у меня растут, я их каждый год. У меня уже кукуруза. Бима хочет бегать, поэтому лает. Уже есть кукуруза молоденькая. Но мы еще ее не варим, она еще маленькая. Ну и здесь у меня капуста, картошки и тыква. В общем, все вместе. Вот так. Вот. И там возле забора цветы цветут. Вот. Я своих отправила Фикс Прайс. Вот лилии, но мне так они прям нравятся. Ну такие они красавицы. Прям прелесть. Я своих отправила Фикс Прайс. У нас с утра не было света. Я духовку-то включила, воздух нагрела в комнате для цыплят. Они же у меня под лампой сидят. Чтобы они в Фикс Прайсе купили мне такие фонарики. Не фонарики, светильники. Воздух вот я-то подняла, температуру воздуха. А им темно в ящике, чтобы им там кушать. Они не видят, им темно. Вот. В общем, меня они поехали, ну, в город по делам поехали, и заодно заедут, купят мне светильники на батарейке, чтобы им ставить. Потому что у нас неизвестно, может быть, опять свет к вечеру отключат. В общем, воды тоже нет уже. Вот так цветочки мои цветут. Воды тоже уже, лилейники вовсю цветут, но уже отцветают. Вот, я убрала заборчик. Вот, я хочу вот этот короб разобрать. У меня тут вот огурцы все пожелтели уже. Я хочу его разобрать и вообще здесь цветы посадить на этом месте. Вот. Я тестирую фонарик. Вот, мы подперли вот грушу палками. Вот, я, правда, еще включила. Ну, без фонарика. А, нормально. Вот, снимай. Вот. Ну, в общем, я иду вот с таким фонариком. Достаточно хорошо светит. Вот. Я проверяла кроликов. Вот. Он близко светит. Вот. Я проверяла кроликов. Покормила их. Вот столько у нас нападало яблок. Сейчас 10 час ночи, уже вечера. Вот, столько нападало яблок. Но это не все наши яблоки. Соседка еще вот сегодня вот это дала. Что у нее там нападало? То нам наших мало, девать некуда. Мои алкоголики хотят делать из этих яблок самогон. Вот, ну в общем, опять начнутся наши веселые деньки. Вот, ну, в общем, как-то вот так вот. Конечно, очень прискорбно. Яблок много, девать их некуда. Но если бы они не были еще и алкашами, которые пьют и устраивают дебош дома, тогда, конечно, было бы ничего. Вот, а я хотела показать фонарик, как он светит. Вот. Вот так вот. Светит вот, ну вот светло. Вот. Освещает вот так вот. Очень удобно, мне понравился. Такой, я вот кроликов кормила. Вот. Хороший фонарик. Даже бирку еще не убрали. Вот. Сегодня ездили в Фикс Прайс, купили там вот такие фонарики. Они на трех пальчиковых батарейках работают. Вот, регулируются, мне понравилось. Можно вот ярче сделать, можно убавить. Вот. И, в общем, тут салфеточка. У нас вот такие салфетки продают по 100 рублей почему-то здесь. Купили детское мыло с кремом. Купили вот это средство для унитаза.
вот такую пасту мы уже ее попробовали. И, значит, вот такое мыло. Крем-мыло для рук мы всегда берем. Вот. И купили еще губочки. В общем-то, сегодня все наши покупочки. На этом все. Пока-пока.